как поведут себя конструкции эстакад, по которым будет двигаться пассажирский и грузовой транспорт, проверяется здесь, в конструкторском бюро инженерных расчетов, которое возглавляет Пранкевич Сергей Александрович. Выпускник механико-математического факультета Белорусского государственного университета по специальности механика. Кандидат физико-математических наук по специальности механика деформируемого твердого тела. Основные задачи у нас стоят – это расчеты на прочность, определение напряженно-деформированного состояния для транспортных эстакад. С 2005 года преподает в Белорусском национальном техническом университете специальность «Компьютерная механика». Один из учеников уже работает вместе с Сергеем Александровичем в конструкторском бюро. Ожидается, что в компанию придут еще несколько талантливых и молодых выпускников. Мы рассматриваем все вместе, как отдельные у нас ребята рассматривают эстакаду, то есть путь. Другие люди рассматривают у нас подвижной состав, в частности подвеску моделируем, рассчитываем прочность корпуса транспортного средства. То есть мы охватываем большой спектр задач, которые возникают при работе в нашем КБ. Конструкторское бюро инженерных расчетов состоит из высококвалифицированных специалистов. Например, Александр Хлебус в настоящий момент занимается расчетом напряженно-деформированного состояния эстакад, по которым будет двигаться транспорт. На основании своих расчетов мы анализируем напряженно-деформированное состояние конструкции в целом, так и отдельных ее узлов. Делаем вывод о прочности, устойчивости, жесткости, долговечности конструкции. Но основная наша задача – это дать рекомендации конструкторам и проектировщикам на изменение конструкции с целью улучшения ее эксплуатационных показателей, чтобы она работала долго и надежно. Вместе с ним работает Алексей Трухнов. Важно учесть все. Мы рассматриваем перепады температур от минус 50 градусов Цельсия до плюс 50 градусов Цельсия относительно какой-то первоначальной температуры сборки. Также мы учитываем ветровую нагрузку, действующую на нашу эстакаду, и нагрузку от подвижного транспорта. Также рассматриваются различные варианты аварийных ситуаций, чтобы это никак не сказалось на безопасности наших пассажиров. Можно с уверенностью сказать, с такими специалистами из конструкторского бюро инженерных расчетов все будет сделано правильно. Пассажирский или грузовой транспорт компании Skyway прибудет в пункт назначения быстро и безопасно.